Деньги из областного центра поступили к нам в минувший понедельник. И сегодня начались выплаты, администрируют эти деньги точно так же наша социальная служба. По 1 миллиону рублей получат семьи, где погибли. От 200 до 400 рублей зависит от тяжести травм пострадавшие, которые находятся в больнице. Ну и дополнительно к этим 32 тысячам, о которых я уже говорил, с городского бюджета по 10 тысяч добавятся из областного бюджета.